Вчера спрашивали у Сорокина, куда пропал Шестеркин, потому что привыкли, что вы в тандеме на всех турнирах. Сейчас на чемпионате мира в обойме нет, но значит ли это, что будет какое-то судьбоносное решение впереди? Не знаю, посмотрим. Когда это может быть принято? Я ничего не могу сказать, у меня действующий контракт еще. А, когда он закончится после 1 мая, да? Как сейчас проходят дни после того, как завершился чемпионат КПЛ? Ну, для вас? Спокойно перезагрузился, побыл с девушкой, побыл с родителями, с семьей. Ну, так, уже, конечно, по хоккею немножко скучаю. Смотрел финал, как бы уже обратно хотелось на лед. И болельщики были удивлены, а как хоккеисты удивлены тем, что Знарок оказался в Спартаке и что теперь вообще, на твой взгляд, можно от Спартака ждать? Не знаю, Олег Валерьевич очень сильный тренер, посмотрим, я думаю, это очень интересно будет. Есть какой-нибудь запоминающийся момент с ним, связанный с вашим? Все остается в раздевалке. Олимпиада, да, в том числе. То, что подписывает СКА легионеров вратарей, это понятно, да, продлили Хельберга, для тебя это как становится, как воспринимаешь? Потому что, опять же, от этого зависит твоя карьера. Я думаю, если человек хорошо играет, ему предлагают контракт, почему ему отказываться? Все зависит от вратаря, если он хорошо играет, почему бы нет. По итогам сезона все-таки, не знаю, многие писали о том, что даже с Быковым разговаривал, он говорит, спроси, почему Шестеркин не дают шанса, потому что это потенциал у него сумасшедший, чуть ли не новый третьяк. Ты сам чувствуешь, что... Явно не третьяк, но... Нет, но все равно, но потенциал, потому что видно, как вот Сорокин, да, он номер один стал ЦСКА, он выиграл в свое время у Фаста конкуренцию, ему дают расти, он номер один стал, Юханс поднял. У тебя это никак не получается, вот этот перерост сделать? За счет не хватает, мне буду работать. А за финалом следил, удивлен, что вообще так все закончилось, что ЦСКА снес его взгляд? Ну, обидно было, потому что в четырех матчах все закончилось, потому что мы все семь матчей подались, и, грубо говоря, от одной шайбы у нас все зависело, а тут 4-0, как-то осадочек осталось. Как ты видишь вратарскую бригаду, потому что будешь смотреть чемпионат мира в любом случае, да? Василевский вратарь. На Визину номинированный, Сорокин MVP, Георгиев, да, очень хороший. Кстати, прямой конкурент в любом случае, если однажды поедешь в Рейнджерс, как ты видишь? Очень сильная бригада вратарей собралась. Да. Василевский, как бы, он уже год за годом свой уровень держит в НХЛ, Георгиев в этом сезоне очень сильно выстрелил, а Сорокин в этом сезоне все-таки долгожданный кубок взял. Взял MVP, как бы, я даже не знаю, там в тренерском штабе очень тяжело. А можно достать проблему, вот, когда три таких вратаря ровно? Посмотрим. Не знаю, я не тренер. Очень редкий случай бывает, когда по ходу сезона вратарь-ветеран говорит, я не достоин играть, пускай играет он. А это было с Лунквистом, когда он говорит, пускай играет Георгиев, потому что он гораздо лучше меня. Тебя удивляет вот этот момент, потому что в профессиональном хоккее это редко увидишь? Это, ну, с одной стороны, для вратаря молодого это хорошо. Я как бы не знаю их менталитет. Ну и пару вопросов еще. Вот когда уезжает вратарь типа Самсонова и пропадает на год в АХЛ, ну его не поднимают, это не то, что как ты смотришь на это? Потому что это может быть с любым другим. Не знаю, это был его выбор, он захотел поехать. Там уже все от него было, ну, зависело, потому что... там Холби очень сильный вратарь. У него не так много шансов было, но он пошел за мечтой, поэтому он молодец. Вопрос даже не в Вашингтоне, а в том, что когда едет форвард, понятно, да, там конкуренция там 12-14 человек, да, защитников поменьше, но вратарь он один. И ты едешь, и можешь на несколько лет просто попасть. Это выбор каждого человека. Тут уже никто не застрахован. Может, все травмы получит, его вызовут, то он выйдет и возьмет кубок Стэнли. Никто никогда не знает. Вот Мюррей тогда тоже ПХЛ играл. Флюри, по-моему, травм была или еще что-то. Он вышел и взял кубок Стэнли. Биннингтон как играет в Сент-Луис? Биннингтон сейчас, да, очень хорошо играет. То есть очень важно поймать свой шанс? Ну да, там в любом случае, рано или поздно судьба дает тебе этот шанс, ты просто должен за него цепляться. А у меня последний вопрос такой. Вот в современном хоккее что важнее? Вратарь, если, допустим, там уровне Гашек, какой сенсационный человек, который ловишь вообще все? Или система, как в том же самом Айлендерс, да, которую выстроили так оборону, что команда пропускает меньше всех, и они уже во втором раунде? Конечно, лучше, когда ты вратарь ловишь все. Если ты еще попадаешь в системную команду, тогда ты вообще не будешь пропускать. То есть это случай Сорокина, да? Как в ЦСКА, вратарь бомба, попал в ЦСКА, играет в ЦСКА, да? Хорошо, удачи тебе, спасибо. С Игорем Шестеркиным один вопрос всего лишь. Есть тут какая-то интрига? Он уезжает или остается в ЦСКА?
объявили, что он уезжает, да. Пускай попробует, но там конкурс больше, чем на одно место в медицинском институте. Георгиев и Лунквист, да? Да, и Лунквист, по-моему, не собирается заканчивать. Значит, кому-то придется поехать в ВХЛ. Не, ну попробовать каждый может, но когда это делать? Когда это делать? Вратари, по-моему, созревают позже, поэтому... Хотя вот Василевский поехал довольно рано и вышел на первые роли. Ну, СКА вообще благородно поступила и с Гавриком, и с Гусевым. То есть они контракты с Виночков сожгли там. Удалось абсолютно юридически чисто сохранить права. Но мы желаем ребятам, чтобы они проявили себя. Чтобы они проявили себя. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошо, что Лунквист едет в Питер вместо тебя. Если человек начал ворогозить, ну, шашлыка наелся, ему уже как хорошо, и начал ворогозить, как вот успокоить его?